Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала, с вами снова Сергей. Вы находитесь на канале Удивительные Ряды. Я в очередной раз открываю посылку с китайского сайта AliExpress. Сегодня к нам пришел USB кабель. Но кабель не простой, который вы можете найти в любом магазине, а кабель специфический. Сейчас мы вскроем посылочку и посмотрим, что это за кабель такой. Китаец хорошо обернул. Молодец. Если быть точным, кабеля 2. Вот такие вот кабелечки. Кабелечки сделаны в оплетке. Не просто черный или белый пластик, как обычно, да? Оплеточка из нейлона, которая хорошо предохраняет кабель от внешнего воздействия. Сейчас мы с вами их развернем и посмотрим, как они работают. Их можно убрать. Я уже заранее зарядное устройство приготовил. Так, втыкаем первый кабель. Вот он, микро USB. Вот. И теперь проверим, как он работает. Все, зарядка идет. Все нормально, замечательно. Теперь давайте проверим кабель номер 2. Также подключим его к зарядному устройству и подключим его к смартфону. Зарядка идет. Вы видите сами. Так, сейчас мы с вами перейдем на сайт AliExpress, посмотрим, насколько они мне обошлись и сколько составила доставка этих кабелей micro USB для смартфона до моего дома из Китая. Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Сейчас мы с вами находимся на сайте AliExpress. Как видите, вот они, эти кабеля. Я заказал 2 штуки. Единица обошлась мне в 45 рублей 26 копеек. Общий сложник 90 рублей 51 копейка. Сами понимаете, по сравнению с нашими магазинами, эта цена гораздо ниже. Ну и надеюсь, эти кабеля мне послужат долго. Осталось только нажать кнопочку «Подтвердить» получение товара. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей, канал Удивительные Рядом. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока!